Последние годы часто обсуждался вопрос о разделении густонаселенных Махтаральского и Сарагашского районов. Низкое качество оказываемых мер государственной поддержки и развития предпринимательства, сложности с доставкой пациентов из отдаленных населенных пунктов области, низкая успеваемость школьников – это не полный перечень социально-экономических проблем двух густонаселенных районов. По словам акима области, историческое решение о разделении даст толчок развитию этой территории. Население Махтаральского и Сарагашского района превышает 650 тысяч человек. Это население целой области. За 20 лет население этих районов существенно увеличилось. Разделение этих районов позволит существенно улучшить административное управление и даст толчок социально-экономическому развитию юга нашей области. Махтаральский район состоит из 182 населенных пунктов, одного города, трех поселков и 20 сельских округов. Его площадь составляет 185 тысяч гектаров. Сарагашский район состоит из 154 населенных пунктов, одного города, одного поселка и 23 сельских округов. Его площадь более 760 тысяч гектаров. Предполагается, что административным центром Махтаральского района станет поселок Мырзакен, Асыкатинского района – поселок Асыката, а Жетысайского района – город Жетысай. Вместе с тем ожидается, что административным центром Сарагашского района станет город Сарагаш, а Келесского района – поселок Абай. Вся соответствующая документация будет направлена на рассмотрение в правительство, в аппарат президента Республики Казахстан и в Республиканскую комиссию по ономастике.